Ну вот и этот год подошел к завершению. Мы поздравляем весь мир с приближением волшебного праздника – Нового года. Пусть Новый год накроет всех счастьем и прекрасным ожиданием не только деток, но и взрослых. Ведь многие хотят хоть на минуту оказаться в том беззаботном детстве. Новый год – это чистый лист, в котором хочется писать только хорошее, ведь это начало чего-то нового. Так пусть этот Новый год станет для всех сказочным путешествием, где встретятся хорошие люди, будут происходить интересные события и незабываемые впечатления. А также пусть воплотятся в реальность мечты. Удача будет на вашей стороне, а здоровье и успех поселятся в ваших домах. Тревоги пусть заморозятся, проблемы припорошатся, неудачи покроются льдом, счастье польется через край, финансы приумножатся, а любовь приютится в домах и согреет наши сердца. Уходит старый год неторопливо, с собой забирает грусть, печаль. А Новый год мы ждем нетерпеливо и смотрим с любопытством в его даль. Что нам несет, пока еще не знаем. Надеемся, что веру и любовь, надежду никогда не оставляем. Что каждый будет счастлив и здоров. Желаем всем под бой курантов отпустить все грустные мысли и встретить Новый год с легким сердцем. Мирного неба всем и яркого солнца над головами. Любимая наша группа, друзья и гости группы, и все-все, кто нас слышит, поздравляем с наступающим новым 2024 годом. С уважением, Демир и Инета Меркуловой.